Почему-то для русского человека нет страшнее угрозы, чем жареный петух. Вот и сейчас, пока он не клюнул, а точнее, пока снег не выпал и температура за окном не упала, менять резину на зимнюю никто не побежал. Из-за этого сегодняшнее утро для ульяновцев затянулось на несколько часов. Из-за мелких аварий пробки образовались на Императорском мосту, Сельдинском шоссе, проспекте Гая и Пушкаревском кольце. Всему виной безответственность некоторых водителей, вовремя не сменивших резину. Погода замечательная. Если бы еще на дорогах не начался традиционный после первого снега день жестянщика, а сегодня я добирался из-за снега, из-за свежий час, потому что там произошла какая-то авария, все было бы прекрасно. Ближе к полудню город накрыл большой снегопад. По прогнозам синоптиков, он продлится до вечера. На дорогах ожидается сильная гололедица. Ночью и завтрашним днем сохранится минусовая температура до минус 3 градусов. Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.